Ferrari, light a chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two Phantoms, had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? Глава, уровень 10. Приморский замок. В пещерах Понтий нашел несколько грибов, но Зоя и Амадей убедили его не есть их. Амадей вспомнил, как варил грибное зелье, будучи еще учеником. Ничем хорошим это не кончилось. Герои вышли из пещеры с первыми лучами рассветного солнца. Так, красивый рассвет. Да, не поспоришь. Замок Розабель должен быть уже близко. Да, красивенько, не поспоришь тут никак. Стрела, пущенная в воду из ледяного лука с полностью натянутой тетивой, создает... А, платформы создают. А у меня-то и нету. Я не купил... Е, блять твою в душу за ногу. Ух. Воздушный парусный щит. Изморозная стрела. Ну-ка, сбросить все. Так, вот морозная стрела возьмем. Левитация монстров, это нам не надо. Вот это возьмем. Вот это возьмем. Морозный щит не нужен. Огненный меч тоже не нужен. Вот метание молота возьмем. Парение возьмем. Рывок не надо пока. Да, все остальные пока не будем брать. Чтобы стрелы замораживали цель, натяните тетиву полностью. Ага. Вот как. На этих деревьях висят огромные мохнатые фрукты. Это кокосовые орехи. То есть, это огромные мохнатые орехи? Нет, это фрукты. А почему тогда кокосовые орехи, но не кокосовые фрукты? Да. А тут можно плавать? Под водой что-нибудь поискать? Ничего нету. Так, а здесь под водой что-нибудь было? Здесь тоже ничего не было, походу. Так. Окей. Оба. Нет, она, он походу не убивается. Так. Ну-ка проверим. Вай-яй. Ха-ха. Так. Ну-ка, где у нас? Текс. Ай, он ты сломал, зараза такая, я. Да. Ну ладно, прошли. Зацепит. А, ну зато доставил куда надо. Так, и что это у нас? Это просто кнопочка, да? А она одна тут такая кнопочка? Нет, не одна, там вон еще есть. И как ту кнопочку нам закрыть? Во. Вот чем мы закроем кнопочку.
Запечатаем. Вот так. Теперь мы положим вот сюда квадрат. И пойдем наверх, попытаемся, по крайней мере. Да, наверх мы забрались. А вон туда мы сможем? Нет, не сможем. Ну и ладно, тогда тот мы пропустим пока. Хотя вот тут я мог бы взять. Ага, все, зашли. Так, а молоток-то мне точно не нужен, походу, сейчас. Ой-ой. Босс! Босс. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая штука нехорошая. Давай. Куда-нибудь. Ох! 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 Все, я помер. Начинаем заново. А, ведь почти получилось. Я бы не сказал, что почти. Даже не почти, вообще никак. О! Ага. Так. Ну-ка. Так. Че, его так не убить? Давай, давай, иди сюда. Давай, иди вниз. Че, он походу неубиваемый. А, не, смотри-ка, он убиваемый вполне. А я-то думал. Ну ладно. Так тоже сойдет все. Не нафиг мне кувалда, когда мне надо. Рычаг. Ладно, рычаг возьму. Где? Вот он. Эх, открыли. Да. Открыть-то мы открыли, но мне же надо вот сюда. Желательно. Как-то мне надо залезть сюда. Ну, сейчас мы туда и залезем. Сначала так попробуем. Во. Но это еще не все. А вопрос, а туда тогда как я должен бы залезти? Никак. Вопрос, а куда это я там попал-то? Так. Восстановим здоровье. Спрыгнем вниз, посмотрим, что тут у нас есть. Ой-ой, что тут было? Так, здесь у нас что? Оба. Ну вот этого что тут отсюда дуть будет? Ветер. Ветер это... Неплохо, конечно, ветер. Так, и зачем он нам нужен? Ага.
Ладно. Там у нас ничего нет. Ну ладно, тогда забудем пока. Будем прыгать пока. Ой-ой. Взлетаем. Не получилось. Ай, придавил. Ладно. Да. Зря я, походу, это сделал. Так. Во, наконец-то. Да ёпсель мопсель. Вай. Я провалился. А зачем я упал? Что тут у нас внизу есть? Ага, внизу у нас не пройти. Ну-ка. Заблокируем сейчас вот этой фигней. Так, надо всплыть, воздух набрать. Все, запечатало. Ух ты, сколько я там набрал-то. Сейчас всплывем. Попробуем что-нибудь повысить полезного. Так. Или не стоит? Да, пока не буду ничего повышать. Кто там идет? Опять ты. Давай. Что тот-то уже не всплывет, не всплывет, он не умеет плавать, что ли? Мы проверим. Он, походу, плавать не умеет. Дядька этот. Ну и правильно, он же ведь с огнем кидается. Так что это вполне понятно, думаю. Во! Не зря я сюда заглянул. Вы нашли картинку для коллекции. Блять.
И как же мне тебя снять оттуда? Ладно. Во! Сняли его. Теперь мне надо вон туда прыгать и успевать блокировать их. Нет, не получится у меня блокировать их. Ну-ка. Чуть повыше. Да. Вопросец. Да не получится у меня их блокировать, ё-моё. Ладно, сейчас доедет до туда, я посмотрю, где воскреснет. Может, воскреснет уже на той стороне. Хотя и сомнительно, конечно. Да, сомнительно. Ладно. Нет, не получилось. Будем действовать тогда иначе. Попробуем. Точнее. Во. Все. Вот так. Так. Вот так. А зачем здесь вот эта кнопка, что-то она дает? Где молот? Возвращайся. Во. Опять не перелет. Да что ж ты будешь делать? Во, наконец-то. Так, ну что с того-то? Так, одну бочку отнесем сейчас и тогда. Она же деревянная. Надеюсь, она тут не взорвется. И что дальше? Ну-ка, если подсунуть сюда вот одну бочку, что получится? Взорвется, не? То есть взорваться там взорвется, но ничего не повредило. Зараза, я-то надеялся. Так, ладно. Вот так сделаем. Этот рычаг что у нас открывает? А, он эту опускать будет по платформе. Да. Аха, сейчас падаем, упали. И куда мы упали? В водичку мы упали. Под водой у нас что нас ждет? Ну что-то нас тут ждет, это точно. Я далековато под водой шел.
Ну-ка, там у нас что-нибудь есть? Ого. Отлично. Ну, здесь я уже был. Возвращаемся. Ага, здесь мы все равно, значит, оказывается, не поднимемся. Так что правильно сделал, что под водой плыл. И зря возвращался. А тут еще что-нибудь есть? Тут дофига что есть. И мне там не проплыть. Так. Вопрос теперь. Ну-ка. Да. Так. Да что ж ты, ёпси-мопси. Да, я туда не залезу. Мне надо все равно под воду идти. Ладно, пойдем под водой. Оставим тогда темно. Места. Ага. Забрали. Ух ты, меня тут схавать хотят. Проскочили. Ага. На вот этой платформе. Ну, видимо, безопасно, раз тут можно пройти так как. Стихи. Моя сестра красотка, я всю жизнь дурнушка, но мне быть королева, а ей лежать в гнилушках. А. Судя по этим стишкам, здесь вся эта история игры в этой серии в том, что две сестры, одна красавица, другая уродина, и уродина завидует красавице, поди как всегда. Ну это типа классика, короче, собственно говоря. Самая натуральная классика. Внизу у нас что? Внизу что-то есть, судя по всему. Ух ты, водичка. Вот оно как. Понятно. Ладно, сейчас отстреляются. Ага, не отстреляются. Наивно было. Блин. Да что ты, ё-моё. Не падай ты. Ты вылазь давай. Не тупить-то.
когда об этом не просит. Да что ты, почему ты не запрыгнула? Да ебать его в рот, это бесит, а? Кто бы знал, как это сейчас меня вот начинает накалять. Давай, отстреливайся. Вот так. Вот так. Отлично. Понадобится точно рассчитать время. Это будет проблемно. А хотя, чего тут проблемного? Казалось даже проще, чем я рассчитывал. Вот сейчас на меня нападут. Однозначно. И кто? Кто тут летит? Ну и погодка. Так. Бая. Ай-яй-яй. Ну-ка. Ой. Да что ж ты будешь делать, да? Так. Так, ну-ка. Вот так. Ага. Так. И что, мне вниз падать, что ли? Нет, вниз падать мне не надо бы. Так. Надо как-то взорвать. Так, сейчас мы взорвем. Где огненная стрела? Окей. Y. Вот так. Подорвали всех. Это переключатель не работает. Механизм заел. Это вон там коробка мешает. Я так полагаю. Так, теперь надо, значит, тогда... Надо тогда как-то залезть. И для этого мы, пожалуй, воспользуемся квадратами. Ящиками. Вот так тебе. О, опять квадратами пользуются, то есть ящиками. Окей. Да что ты? Не туды. Вот сюда. Там обломаем сейчас. Вот так. Ну и ладно. На этот раз, я думаю, откроется. Открылось. Так, повышение уровня. Нет, пока не будем повышать.
Давай-ка вот это все-таки мы приобретем. И вот это приобретем. И вот эту невидимость добавим. Прочесть. Праздновать дня рождения было роскошным. К сожалению, его омрачило недовольство принцессы Розабель, которая показала, что ее обделили подарками. Принцессе Изабель подарили сшитое золотом платье, бриллиантовую тиару и пару шелковых перчаток. Принцесса Розабель получила сшитое серебром платье, ожерелье из лунного камня и пару кружевных перчаток. Я же говорю, эта Розабель мне не нравится. Она по-любому завидовала по сестре. Это ж классика, ребята. Так, сейчас мы сначала сделаем вот так. Потом вот тут вот так сделаем. Все. Ой-ой-ой. Вот так. О, попрыгунчик. Ага. Все. Так, а теперь надо вот с этими разобраться. Не замораживается, да? Хотите сказать? Ага, фиг там. Ладно, восстановим здоровье. Будем вот так вот на нее, на одной, на второй. На третий. И... Ну-ка, под водой есть что у нас? Полезности какие-нибудь? Есть. Здесь я смогу вылезти? Нет, конечно. Это было бы слишком наивно. Ладно, значит, возвращаемся вот сюда. Строим ящик. Один. Он его разломал, сука. Так. Вот так тебе. Потом еще один ящик. Ты станешь моей подставочкой. Только главное, смотри, не соскочи, не уйди. Не думаю, что так и надо было делать, но мне-то все можно. Нестандартное решение это моя стезя. А вы знали, что у осьминога три сердца? Прямо как у нас. Первый раз слышу. Так, погоди, мне вон тут надо взять. Да, взяли. Вот тебе, дядя осьминог, делать больше нечего. Спасибо, господин осьминог. Какой ты вежливый, а? Епсель-мопсель. А тут опять это Мурена или кто ты? Вот как чуял, что с ней все, что она будет кусаться. Смотрите, это леди Изабель. Розабель, то есть. Ага, она, стала быть, не соврала про свой титул. Зоя такая благородная дама, никогда бы не стала лгать. Вы два наивных идиота. Ой-ой. Так, ях ты. Вот так вот тебя, на. И вот тебя, на. Тебе, на. И тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Ай-яй-яй, не убивайте меня, не убивайте. Все-таки меня убили, заразы такие. Ах ты ж.
Два и убил, зараза. Блять, я тут-то сейчас тоже умер. О, зато ты тут-то умер. А. Считай, будем считать, что я его специально заманил в ловушку. Правда, почему-то я сам помер. Почему, понял? А-а-а. Кого-то я там проворонил, видать. Ты еще живой, зараза такая. Да. Эй, ты откуда вылез? А что это вот за кнопка такая? Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Вопрос на миллион. Ну-ка, а вот это можно сдвинуть как-то? Нет, никак не сдвинешь. Тогда я не пойму, что я должен вообще делать? Блять. Что вот это за кнопка? Ай-яй-яй. Ай, я ничего не понимаю. Вот серьезно, я не понимаю, что я должен сейчас сделать. Чё она не крутится, сука? Блять, да не в ту сторону, во. Да не на меня, нахуй, тупое управление здесь. Во, во. Ну-ка, попробуем все-таки на кнопку его направлять огонь. Тоже не помогает. А зачем оно тогда здесь? Тогда вообще не понимаю. И зачем вот это тогда здесь нужно? Тоже непонятно. Ну, я так думаю, вариантов нету.
то надо как-то вот так вот прыгать. Ну-ка, а что если попробовать? Вот так вот. Во! Тут ты дурак, нахуй. Чё ж раньше-то не догадался? Ну, под водой у нас что? Там он опять цветочек. Да ёпсель-мопсель. А как тогда? Тогда как? Блин, а чё я тут в одного вообще трудно играть? Нужна компания жить по-любому. Мне надо как-то вверх забираться. Ладно. Так. Эти тонут. Остается только так. И что это мне дало? Блять, не получилось. Гребаные собаки, как же они меня задрали. Только умеют что лаять. Я вообще не понимаю, что же я должен сделать. Не получилось начертить. Опять не получилось. Да ебать, тут в одно вообще невозможно играть-то, а? Да что ж ты будешь делать? Ладно. Попробуем вот так сделать. Ага. Во! Во! Ну-ка теперь. Так-с, теперь. Теперь. Ай, зараза. Ай, зараза. Ладно. Мешает. Во. Не уверен, что это то, что мне нужно. Во. Пати, получилось. Наконец-то. А, мне наверх надо?
Вот и как, давай. Наверх так наверх. Во. Ой, отлично. А что там мешает? Так. Это куда это упал? Вы посмели вторгнуться в мое логово? Круши их! Это что за чудище? Так, иди, иди сюда. Бесполезный миньон, вылюдишь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня сейчас убьют. Ну, все, убили уже. Ладно. Давай, давай отсюда, сваливай, сваливай, сваливай. Блин, а нафига. Но колдуна у меня точно не получится его грохнуть, я так полагаю. Так, можно как-то слинять отсюда? Никак отсюда не слиняешь. Грязная тактика. Что за грязная тактика? А, то, что я подставляю их под удары босса, миньонов. Ну да, это тоже неплохая тактика. Только я об этом, об ней не думал, об этой тактике, честно говоря. Так само собой получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да вы шо? Да вы шо? Давай, шо, не убивайте меня. Так, давай, ты убивай их, убивай, убивай, во. Блин, у меня здоровья почти не осталось. Так, и чего ты не умираешь-то? И, по-моему, урона ему не ношу ни на сколько. Все. А, так, где? Кого? Ага. Ладно. И все равно я тебя грохну сейчас. Куда ты денешься? Никуда ты не денешься. Нихера, да он меня опять убил. Нет, так дело не пойдет. Погоди, сейчас тут маг самый бесполезный в данном случае. Пусть первый подохнет. Так. Ай-яй-яй. Во! Давай, 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 давай. Все, ес, я его грохнул. Теперь вот этих надо избавиться. Все. Фух, наконец-то. Наконец-то сокровище. Корону я оставлю себе, если вы не против. Ура, мы очистили замок имени Моего Величества. И наше королевство скоро будет тоже спасено. Возвращайтесь в дом. Не торопитесь, хочу сперва осмотреться. Может, найдем королевские сокровища? Может, не стоит? Стоит, стоит еще как-то. Вдруг найдем доказательства того, что эта королева совсем не королева. Ай-яй-яй. Ага. Проход. На следующий уровень. Ну что ж, следующий... А, нет, не следующий. Это только продолжение, что ли? Смотрите, это Изабель. Вот ее имя. Сестра Розабель, которой принадлежит портальный медальон. Да, и где она сейчас? А, она где-нибудь там... прочесть бы. Дорогая Изабель, с 18-летием тебя, я также с титулом кронпринцессы, наследницы трона. Чтобы отпраздновать это событие, я приготовлю тебе в погребе сюрприз. Только ты секрет, никому не говори.
Иди через прачечную, я тебя там встречу. Ага. А там в этом подвале по-любому какая-нибудь ловушка недобрая. Это же классика, ё-моё. Троечка. Все, это уже поди конец уровня. Артефакт душ, он наделен огромной силой. Я смогу использовать его, чтобы вернуть тебя и возродить королевство. Интересно. Вот он, погреб. Пойдемте за ней. Да, пойдемте. И следующий уровень.